Слава Богу. Слава на Богу. Давайте коротко помолимся. Нека кратко да се помолим. Всемогущий. Всемогущий. Ты обещал, что ты обещал. Там, где двое или трое собраны во имя нашего Господа Иисуса Христа. Где тут два или три масса собрания в имя на нашего Господа Иисуса Христос. Ты уже здесь. Вече си тук. Мы тебя благодарим. Благодарим ты. За то, что все, что мы не попросим у Отца Небесного. За това, което поискаме от теб. Во имя Иисуса Христа. В имя на Иисус Христос. И по воле Его. И по Неговата воля. В молитве согласия. В молитвата на согласието. Мы уже получили. Ние вече го получихме. В прошедшем времени. В миналото време. Дай нам сегодня Твоей благодати. Дай ни своята благодать днес. От Твоего престола. От Твоя престол. От Твоего слова. От Твоето слово. Свежего откровения. Свежее откровение. Чтобы нам обновиться. Да се обновим. В познании себя. В познанието на теб. Наш дух. Нашия дух. Душа и тело. Душата и тялото. В познании Господа Иисуса Христа. В познанието на Господ Иисус Христос. Аминь. Аминь. Да, мы были на годовщине. Бяхме на годишнината. Проехали 400 километров. Минахме 400 километров. Ну, лично мы с Натальей проехали больше, мы поехали в Софию. С Натальей путувахме повече, защото началото отидохме в София. А потом София в Пловдив. После от София в Пловдив. И потом с Пловдива мы вот так по горам, по горам. И от Пловдив така по планините. Еще проехали очень много километров. Доста путувахме. Но мы очень довольны. Но много сме доволни. Я хочу открыть сегодня с вами первое место. И с вас искам да отворя първото място. И сегодня тема моей проповеди. И темата на моята проповед днес. Територия царства. Територията на царството. Евангелие от Иоанна. Евангелието от Йоан. 21 глава. 21 глава. С 20 стиха. От 20 стих. И здесь написано, перевод можно смотреть на проекторе. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но «если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Я поднял это место. Я прочитал твое место. Потому что оно очень важное. За что ты много важно? Я лично думаю, что и сегодня современный мир. И лично я смыслю, что днес современный свят. С современными своими такими интернет-программами. Со с някакви современные программы, интернет-программы. Или со своим облаком. Со свое облак. С какой-то вот такой мегапамятью. Мегапамять. Она не вместит всего того, что сделал и делает Иисус до сих пор. Тя няма да може да побере всичко, което е правил Иисус и продолжава да прави. Потому что это невозможно. Защо това е невъзможно? На самом деле Иисус каждый день вершит очень много чудес. Иисус всеки ден сотворява много чудеса. Очень важно научиться это видеть. Много важно да се научим да го виждаме. И замечать. И да забелязваме. Вы знаете, человек, который говорит, что Бога нет, и человек, който казва, че Бог го няма, это в притчах так написано. В притчите пише така. И сказал безумец в сердце своем. И луд в своето сърце и казал. Нет Бога. Няма Бог. Ну, это безумие. Това е лудост. Это все равно, что рыба будет размышлять о том, что нет воды. Това все едно рибата да мисли, че няма вода. Написано, что Бог сотворил всякую рыбу из воды. Бог сотворил всякаква риба от водата. Рыба родилась в воде. Рибата се родила в водата. И рыба родилась для воды. И се родила за водата. И она на самом деле, она не понимает, что такое вода. Ну, обаче тя самата не разбира, какво е вода. Она в ней живет. Тя живее в нея. Она в нее, эта вода через нее буквально протекает. Тази вода тече през нея.
И по существу для рыбы воды нет, не существует. И всъщност за рибата няма вода. Потому что она к ней просто привыкла. За что-то тебя вече свикнула ко мне. Знаете, мы люди. Не сме хората. Мы вышли из Бога. Не сме излезли от Бога. Мы сотворены Богом. Створени сме от Бог. Бог нас откал, написано, в чреве наших матерей. Бог не сотворил в... В утробата. В утробата на майката. И создал нас для себя. И не создал за себе си. Для общения с самим собой. За общуване. Поэтому сказать, что Бога нет... И да кажем, че Богу няма. Это буквально обесмыслить свое существование. Това е да обесмислим своето съществуване. Свою жизнь. Своя живот. И я сегодня хотел бы рассказать немножко из тех чудес, которые происходили и происходят в моей жизни. Искам малко да ви споделя чудесата, които са имали в моя живот и сега продължават. Не, это не то, что было там 30 лет тому назад. И не това, което било преди 30 години. Или 20 лет тому назад. Или 20 години. Это то, что произошло вчера или сегодня. Това, което се случило вчера или днес. И постоянно происходит. И постоянно се случва. И я не хочу к этому привыкать. Не искам да свиквам към това. Я благодарен за то, что Бог являет чудо в моей жизни. Аз съм благодарен, че Бог показва чудесата в моя живот. Вы знаете, вот недавно один мальчик получил освобождение. Наскоро едно момче получило освобождаване. Привезли мальчика. Идва едно момче. С диагнозом эпилепсия. Има диагноза эпилепсия. Знаете, я очень много в Казахстане молился за освобождение. Казахстан много сам се молил за освобождавание. Я знаю, когда человек одержим. И знам, когато човек е обсебен. Я знаю, что говорить. Знам, какво да казвам. Какие места из Библии. Какви места от Библията. Но, вы знаете, этого было так много. Но толкова много и било. И, конечно, очень много молился за нарко- и алкозависимых. Аз много съм се молил за нарко- и алкохолно зависими. Но Бог что-то сделал в моей жизни. Но Бог направил нечто в мой живот. Что-то такое пережил. Аз преживях нечто. Вот за этого мальчика я не молился. Не съм се молил за това момче. Просто я пережил какую-то очень сильную любовь к этому Аз мальчику. Аз усетих много силна любовь к това момче. Просто я... Когда смотрел в его глаза, когато гледах в очите му, я пережил, как Иисус смотрит в его глаза. Аз усетих, как Иисус гледа в неговите очи. Через мои глаза. Через моите очи. И говорит свои слова. И казва своите думи. Через мои уста. Через моите устни. И в этот момент мальчик получил освобождение. И в този момент момчето получило освобождение. Они позвонили. Те са се обадили. И сказали, у этого мальчика больше нет эпилептических приступов. Те казаха, че това момче няма тези пръстъпи на епилепсия. Хотя раньше эти эпиприступы были по несколько раз в день. Обаче преди са случвали няколко пъти на ден. И очень часто он был агрессивен. И много често той е бил агресивен. Нападал на нас, бросался, бил и царапал нас. Той се хвърлял върху нас, биеше ни. И это все прекратилось. И това всичко спря. Я благодарю Господа Иисуса Христа. Аз благодаря на Господ Иисус Христос. Я помню, как в Турции, в Стамбуле ко мне подошли. Спомням си, как в Турция, в Истанбул са дошли при мен. И это была чистая библейская история. И това беше като една библейская история. У нас здесь есть один турецкий строитель, турок. Те казват, че имаме един турски строител. И он там на своем экскаваторе копал где-то. С экскаватор той е копаял нещо. И вскрыл одну гробницу. И той е намерил една гробница. И в этот момент что-то с ним случилось. И нещо се е случило в този момент с него. Он стал как одержимый. Той станал нещо като обсебен. Начал бегать, прыгать, биться о стены. Започнал да бяга, да се бие в стените. И что-то орать такое, кричать. Да вика нещо. С ним больше невозможно было разговаривать. Невозможно беше да се говори с него. Он бился о стены и бросался на людей. Той се хвърлял върху хората и се бил в стените. Я сказал, ну приведите его. Аз казах, доведете го. Мы зашли в отдельную комнату. Влязохме в отделна стая. Там я молился. Там се молих. Вы знаете, я хочу поделиться небольшим таким практическим опытом. Искам да ви споделя с вас практичен опыт. Если вы в будущем будете молиться за... Если вы почувствуете, что это явно одержимый человек. Ако усетите, че някакъв човек е обсебен. Очень важно смотреть этому человеку в глаза. Много важно да го гледате в очите му. И через глаза. Через очите. Знаете, Библия говорит.
Библия это казва. Глаза есть зеркала души. Учите са огледало на душата. Когда мы смотрим в глаза, когато гледаме в очите, мы смотрим в душу человека. Ние гледаме в душата на човека. Ну, вы знаете, одержимый человек это что-то такое особенное. Обсебен човек е, това е нещо особено. Я был очень много свидетелем освобождений. Бях свидетел на много освобождавания. Мы говорим куда-то вот сюда, но в том плане, что если вы помните, Эльвира приезжала к нам, прилетала. Эльвира Ни. Идваше при нас, Эльвира Ни. С Южной Кореи. От Южной Кореи. И когда она молилась за освобождение. И когато тя се молеше за освобождение. Она всегда делала рукой вот так. Тя винаги правеше така с ръката. И куда-то вот так в пупок. И така натискаше някъде в пупа на човека. И начинала так изгонять беса. И така започваше да изгонва бесовете. Связывать его. Да ги свързва. Прогонять его. Да ги изгонва. В самую бездну. В самата бездна. И это работало. И това работеше. Я делаю точно так же. Аз правя по същия начин. Но смотрите, какая разница. Ну какова е разликата? Я смотрю в глаза. Аз гледам в очите. Любовью стараюсь, любовью Иисус любов Христа. На Иисус Христос. А когда я начинаю молиться? А когато започвам да се моля? Я молюсь с яростью. Аз се моля с ярост. Потому что Бог. За что-то Бог. Есть ярость. Бог е ярост. Готова пожрать противника. Която е готова да погълне противника. Так написано в Слове Божьем. Така пише в Божието Слово. Здесь надо разводить вот эти мосты. И трябва така да разделим тези мостове. Очень важно. Много е важно. Чтобы тот человек, за которого мы молимся. Този човек, за когото се молим. Он не подумал, что мы изгоняем его. Да не помисли, че изгонваме самия него. Что мы его ненавидим. Че го мразим. Или что мы его как-то презираем. Или че го не подценяваме. Очень важно показать ему любовь Христа. Много важно да му покажем любовта на Христос. С того момента, как мальчик получил освобождение, в тот момент, когато момчето получило освобождение, начали звонить люди. Хората започнали да звонят. Вот у нас есть мальчик, у нас есть девочка. Имаме момче, момиче. ДЦП. С ДЦП. Аутизм. Аутизм. Эпилепсия. Эпилепсия. Мы можем их привести к вам? Дали можем да ги доведем при вас? Совсем недавно. Совсем наскоро. Нам привезли одну девочку и мальчика. Заведуха ни едно момиче, едно момче. С ДЦП. С ДЦП. И говорит, ну, мы не знаем, что с ними делать. Те казват, не знаем, какво да правим с тях. Здесь в Болгарии таких детей не лечат. Тук в България не лекуват такива деца. Вы что-то можете? Дали можете нещо да направите? Ну, я говорю, мы можем. Я сказал, да, можем. Ну, я говорю, мы, ну как, видно, что мальчик весь вот такой вот, какой-то такой вот искривленный, какой-то покореженный, какой-то весь такой закрученный, вот, ну вот. Видите, чем мучает такого малку искривенную, малку такая обурнут. Да. Я говорю, я могу сделать ему массаж. И я сказал, чем могу массаж дому направим. И я молюсь про себя. И вутро в себе се моля. Спрашиваю, Господь, что делать? Питам, Господи, как вы доправим? И Господь в духе говорит. И в духе Господь мне говорит. Просто являй им мою любовь. Просто показывай им мою эту любовь. Невероятную любовь. Невероятную любовь. Зашла девочка. Лиза момиче. Я говорю, садись на стульчик. А сказам, сядай на столчик. И я начинаю делать ей массаж. И започвам да я правя массаж. Ну, обычный китайский массаж. Обыкновен китайский массаж. Какой делает вот мой сын Павел. И мой сын Павел. Моя сашку. Дочь Анна тоже моя делает. Моя дочеря Анна. И моя жена Наталья тоже и делает. И моя жена Наталья. И, ну, я вот так делаю, там приходится вот так приобнимать, как-то вот и так. И така, когда го правя, да. Понемногу требаше да преобръщам. Накладывать руки. Прегръщам. И я просто так вот периодически заглядываю в глаза. И периодично сам поглеждал очите. Я не знаю, но это какая-то невероятная любовь. Твоя някаква невероятна любов. Я понимаю, кто это. Разбирам, кой той. Я понимаю, что это не я. Разбирам, че не съм аз. Вот поверьте просто. Вярвайте ми. И вы знаете, вот эта девочка почувствовала, пережила, я так понял. Това момиче, тя усети нещо. Прикосновение Иисуса. Тя усети докосване на Иисуса. Ну, я вот так верю. Аз така вярвам. Потому что я видел, ее приводили к нам уже второй раз. Аз я виждам за втори път. Первый раз приводили на диагностику. За първи път тя беше на диагностика. Сейчас привели на процедуру. Сега за втори път тя беше на процедуру. Первый раз она была прям вся вот такая агрессивная. И първия път тя беше много агресивна. Закрытая вся. Тя беше много закрита. Смотрела из-под лоби. Глядеше така под из-под веждите. Ну, явно недружелюбно. Така недружелюбно изглеждала. И вдруг я увидел, что ее лицо расцвело. И този втория път изведнъж видях, че лицето ѝ разцъфнало. Она заулыбалась. Тя се усмихна.
И стала такая красивая. И стала много хубава. Я начал с ней разговаривать. Започнах да разговарям с ней. Я говорю, какая ты красивая, когда ты улыбаешься. Казам, колко си красива, когато се усмихваш. И она еще больше давай улыбаться. И тебя още повече започна да се усмихва. Говорю, можно я тебя обниму? Я сказ, питам, дали мога да те прегърна? Да, можно. И тя каза, да, може. И вот так вот вся процедура прошла, что вот какие-то вот слова, она что-то начала говорить. Такая процедура тебе минула, тебя започнала нечто говорить. Я что-то говорил. А с ней что говорил? Но я в этот момент что-то пережил. И в тот момент переживях нечто. Я пережил самое главное. Переживях наиважното. Что? Кое? Одного прикосновения. Одно докосване. Иисуса Христа. На Иисус Христос. Достаточно. Это достаточно. Одного слова сказанного. Одна казана дума. Иисусом Христом. От Иисус Христос. Достаточно. Это достаточно. Чтобы человек получил полное исцеление. Чтобы получить человек полное исцеление. И полное освобождение. И полное освобождение. Потому что там, где Дух Господень. За что-то когда-то Господний Дух. Там всегда свобода. Там винаги есть куда-то. Аминь. Я открою следующее место. Что отворя следующее место. Это написано в Евангелии от Матфея в 6 главе. Евангелие от Матфея 6 глава. С 9 стиха. От 9 стих. И это знаменитая молитва, которую мы все знаем наизусть. Молитва «Отче наш». И здесь написано так. Да, на проекторе сейчас появится. Молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах». «Сущий» что означает? Иегова, вечно существующий на небесах. «Да святится имя Твое». И 10 стих. «Да приедет Царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». О чем молится Иисус Христос? И как Он учит Своих учеников молиться? Как се моли Иисус Христос и как научава Своите ученицы да се молят? Иисус учит. Иисус учит. Что Царствие Божие должно прийти сюда. Че Божието Царство трябва да дойде тук. На землю. На земята. И да будет воля Божья. И да будет Божья воля. И на земле. И на земята. Как и на небе. Как то и на небесата. Вот такая же воля, как на небе, Божья воля. Слышь, это воля на небету, как Божья это воля. Чтобы она пришла на землю. Тя да дойде на земята. Через кого она придет? Через кого ж ты дойде? Как она придет? Как ж ты дойде? Иисус и этому тоже научил. И Иисус и научил. И это написано. И тва пише. Евангелие от Луки. Спасибо. Пиши го в Евангелието на Лука. 10 глава. 10 глава. С 8 стиха. От 8 стих. Спасибо большое. Не потеряешь свои награды. Потому что написано, кто чашу воды подаст. И вот здесь написано. Если придете в какой город и примут вас... Ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных. Исцеляйте. Кто мы? Бог нам это пообещал в Евангелии от Марка в 16 главе. Уверовавшие же будут соображать сии знамения, будете возлагать руки на больных. Да, что такие знамения, что возлагать и они лице, будут здоровы. И хората, что се исцеляват. Исцеляйте находящихся в нем больных и говорите, приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то выйдя на улицу, скажите, и прах, приливший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знаете, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Аминь. И смотрите, как интересно Господь нас учит. Как интересно Господь не научава. Он говорит о том, что если куда-то пришли. Аку някъде сте дошли. И там вошли в дом, да, чей-то. Влезли сте в някаква къща. В чью-то семью. В някакво семейство. Как Христос учит? Как Христос научава? Говорите этому дому. Казвайте на тази къща. Мир вам. Мир вам. Если дом, семья, этот мир принимают. Ако това семейство приема този мир. И они говорят с миром. С мир казват. Принимают вас. Приемат вас. Кормят вас. Хранят вас. Поят вас водичкой. Дават вода. То этот мир, мир Божий приходит на этот дом, на эту семью. Мир идва в този дом и върху това семейство. И тогда мы говорим, ну все, Царство Божие достигло вас. Тогава казваме, че Божието царство е достигнало вас.
Если дома или семья не принимает, бача, ако дома и семейството не го приемат, мы выходим, отряхаем прах. И излизаме и отръсваме прах. Мы говорим, что Царство Божие, оно тоже приходило к вам. И нали казваме, че Божието Царство идвало при вас. Но, к сожалению, вы его не захотели принять. Но, за сожаление, не поискахте да го приемете. Но Бог вас любит. Но Бог ви обича. Никогда не поздно покаяться. Никога не е късно да се покаешь. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы знаете, вот, конечно, самое потрясающее в Боге. Най-потрясаващото в Бог. Вот при всем том безобразии или в том хаосе и беззаконии, которое сейчас в мире происходит. И дори имайки това беззаконие без, в целия свят, който сега става. Бог продолжает покрывать людей. Бог продолжава да покрива хората. Своей безграничной любовью. Со своята безгранична любов. Почему? За что? Какой у него характер? Какъв характер има той? Потому что он всемилосердный. Той винаги милосърден. Многомилостливый. Много милостив. И долготерпеливый. И долготерпелив. Еще с самого Едемского сада. Още от самия Едемския сад. Бог всегда давал человеку свободу выбора. Бог винаги давал свободата на избора, ну, на человека. В какой-то степени такой либеральный подход, да? Либеральный подход. Ну, пожалуйста, вы можете жить в саду, в раю. Можете да живеете в рай, в тази градина. Но в то же время здесь есть выбор. Но тук има избор. Есть дерево познания добра и зла, правда? Има дървото на познанието на добро и зло. Но в тот день, в который вы вкусите от него. Но в този ден, когато изядете този плод. Смертью умрете. Со смърт ще почините. У человека была свобода выбора. И человек имал свобода на избора. И вот здесь, пока мы живем на этой земле, докато живеем на тази земя, это реально смело можно назвать каким-то чистилищем, това може смело да се нарече чистилище, чтобы мы глубоко поняли, за да можем дълбоко да разберем, о том, что Бог есть Спаситель, че Бог е Спасителят, и Он послал Своего Сына Единородного, и Той изпратил Свой Единородния Син, чтобы мы через Него имели спасение, за да можем да имаме спасение через Него. Можем выбрать спасение. Можем да изберем спасение. А можем навсегда отказаться от него. Но можем и да се откажем от него завинаги. Но вы знаете, я периодически повторяю это в своих проповедях. Понякога го повторям в своите проповеди. Покажите мне. Покажете ми. В Священном Писании. В Священном Писании. Хотя бы одно место. По едно място. Где в небесном Иерусалиме. Где-то в небесне Иерусалим. Или там на небесах. Или там на небесата. Мы опять будем иметь дерево познания добра и зла. Отново ще имаме дървото на познанието на добро и зло. В книге Откровения. В книгата Откровения. Это последняя книга. Твоя последната книга. Последняя книга Библии. В Библията. Апокалипсис. Апокалипсис. Последняя глава. Последняя глава. 22 глава. 22 глава. Там написано, что там на небесах в Иерусалиме. Там пишет, что на небесах в Иерусалиме. Будет только дерево жизни. Само что има дървото на живота. И листья. И листа. Для исцеления всех народов. За исцеление на всичките народи. Про дерево добра и зла там нет ни слова. Няма, не става дума за дърво на познанието на добро и зло. Я сегодня очень хорошо понимаю. И много добре разбирам днес. Почему Бог так допустил? Защо Бог е допуснал това? Бог сегодня испытывает нашу веру. Бог сега изпитва нашата вяра. Мы идем в Золотой Иерусалим. Отиваме в Златния Иерусалим. Мы будем ходить туда. Ще отиваме там. И входим. И влизаме. Тесными вратами. С много тесни врати. А в погибель идут широкими вратами. А в погибелта отиват през широките врати. Чтобы попасть туда, нужно приложить колоссальные усилия. За да попаднеш там, трябва да приложишь много усилия. Чтобы попасть в ад, усилий прилагать никаких за не да надо. За да попаднеш в ад, никакви усилия не ти трябва. Просто расслабься и делай, что хочешь. Просто се отпусни и прояви каквото искаш. Почему так? За что и така? Потому что Бог хочет. За что-то Бог иска. Чтобы мы в рай, в небеса. Не в небесата. В Золотой Иерусалим. В Златний Иерусалим. Вошли сознательно. Да влезем сознательно. Зная, что выбора у нас уже другого там не будет. И да знаем, че няма да имаме друг избор. Там будет только вечная жизнь. Там ще има само вечен живот. Вечная любовь. Вечна любов.
и вечный Иисус Христос. И вечен Иисус Христос. Который будет иметь общение с нами. Който ще общуваться с нас. И мы будем иметь общение с Ним. И ние ще общуваме с Него. С Богом Отцом. С Бог Отец. Во Христе Иисусе. В Иисус Христос. Через Его драгоценную кровь. Через Неговата скъпоценна кръв. В силе Святого Духа. В силата на Святия Дух. И какая у Бога сила? И каква сила има Бог? Знаете, это не просто сила удара, да? Това е не просто сила на удара, например. Как у меня был раньше удар. Как-то аз имах много силен удар. У моего тренера был удар, он весил 120 килограмм. Мой тренер тяжел 120 килограмма. И у него удар был на силомере больше 1 тонны. И удар ему беше по-голям от 1 тонна. Просто вот представьте, такая, ну это был такой богатырь. Представьте, беше много такая эдер. Один раз попал под его молот. И в однаж попаднах под този удар. И один раз был вот в таком тяжелом нокауте. И бях в много тежек нокаут. И этому мой тренер меня туда отправил. И мой тренер ме исправил там. Мой удар был где-то около 800 килограмм. Мой удар беше някъде 800 килограмма. Чуть послабже. Малко послаб. Ну тоже сильный. Ну също силен. Но у Бога другой удар. Но Бог има друг удар. Это не удар с какой-то, знаете, агрессии. Не удар от агрессии, да? Писание очень неоднозначно говорит нам. Писание то однозначно не казвам. О том, что Бог несет нам только одну силу. Бог не носит саму одна сила. И это сила Его любви. Твоя сила то на Неговата любов. Вы знаете, мы вот когда придем на небеса. Когато дойдем на небесата. Или когда предстанем на суд. Или когато ще бъдем на съда. Мы сейчас через суд проходим. Сега минаваме через този суд. Мы не сможем перед Христом хвастаться так. Няма да можем така да... Да хвалиться. Да, да се хвалим да пред се хвалим. Христос. Вот, Христос, Господь. О, Христос, Господь. Я столько врагов этих поубивал. Толкова врагове съм победил. На моих руках столько крови. Толкова много кръв има на моите ръце. Я так как мочил. Аз ги бих. Вот беспощадно. И без... Я ожидаю награду. И аз очаквам награда. Нет, мы так не сможем сказать. Няма да можем да кажем така. И Господь этого явно не оценит. И Господь няма да оцени това. Знаете, что в Нагорной проповеди говорится? В Планинската проповедь. Как блаженны кто? Блаженни кои са? Не убийцы блаженны. Не са тези, които убиват. Сейчас это становится очень актуально. Сега става много актуално. Блаженны миротворцы. Блаженни са миротворците. Можете сказать на это амин? Можете ли да кажете амин? Потому что они суть сыны Божьи. За что тут ты со сущностью на Божьей основе? Это характер Христа. Характер на Христос. Он примиритель. Той примирява. Поэтому в нашей церкви вместе сидят и украинцы, и русские. За това в нашата църква има заедно и руснаци, и украинци. И это очень высоко. Това е много високо. И я опять же вам говорю. И аз пак ви казвам. Вот такое. Такого? Может делать только Христос. Такого нечто может править само Христос. Мы можем собрать русскую церковь. Можем да соберем русскую церковь. Мы можем собрать украинскую церковь. Можем да соберем украинскую церковь. Собираться и друг друга ненавидеть. Да се собираме и да се мразим. Проклинать и периодически да, убивать. И периодично да убиваме. Но это не церковь вовсе, правда? Няма да е църква. Церковь – это тело Христа. Церква – това е тялото на Христос. Можете сказать, это написано в Писании? Пиши ли го в Писанието? Это написано в Писании, я ничего не придумал. Това пише в Писанието, не го измислям аз. Церковь – это тело Христово. Църквата – това е Христово тяло. И Господь не изменился. И Господь не се и променил. И вы знаете, да, Христос учит. И Христос не учи. Возлюби врага своего. Да возлюбишь своите врагове. И возможно, кто-то придет в мою жизнь. Может быть, някой ще дойде в мой живот. И очень сильно меня возненавидит. Может быть, много силно, что меня намразит. Знаете, мы на самом деле, что-то для нас, христиан, является мерзостью. Нечто за нас, христианите, съявяло мерзость. А мы, христиане, для этого мира являемся. За този свят съявяваме мерзостью. Мерзость. Мы мерзость для них. Мы мусор, написано. Не сме буклук за тях. Ссор. Они нас ненавидят. Те не мразят. Некоторые люди совершенно беспричинно просто узнают, что христианин я. Някой хора может да научить, что мы христиане. И они готовы. И без причины. И они готовы меня убить. Без причины са готови да ме убият. Просто потому, что я христианин. Само за что-то сам христианин. И вы знаете, я бы хотел сегодня коротко сказать про закон сохранения энергии. И много кратко бих искал да споделя за закона на запазването на энергията. Вот, жил один такой умный человек, да? Живял и някакъв умен човек. Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн. Вы знаете, вот мысль очень простая. И мисълта много проста.
Закон сохранения энергии. Закон на запазванную энергию там. Ну, если, например, взять все положительное. Ако вземем всичко положително. Вот за то, что любовь, ну, мы понимаем, что любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, вера, воздержание. Кротость, вера, воздержание. Плоды Святого Духа. Плодовете на Святия Дух. Который написан в послании Галатам. Които се описват в послание Галатяне в 5 глава. С 22 стиха. 22 стих. Это положительно, это дает нам силу и, самое главное, созидание. Созидание. И не созидава. Созидание Церкви Христовой. Созидава Церквата Христова. А если взять за негативную, разрушительную энергию? Ако вземем за разрушительную обратное, энергию. Обратное. Ненависть, злобу, ярость, обиды, убийство. Мраза, убийство. Злоречие и так далее. Убийство и такие вещи. Смотрите, закон сохранения энергии, он говорит о том, что... Закон за запасную энергию это казва. Ну, не разрушайте себя, если на простом языке. Не разрушайте себя. Не делайте зла. Не правите зло. Не убивайте. Не убивайте. Не крадите. Не открадывайте. Не прелюбодействуйте. Не прелюбодействуйте. Не завидуйте. Не завиждайте. Это все 10 заповедей. Това са 10 заповеди. Мы это и делаем. Не го правим. В том плане, что Христос нас научил, как сохранять энергию. Христос не научил, как да спазваме энергия, запазваме энергия там. Как ее накапливать? Как да я увеличаваме? Что накапливать? Как вода увеличаваме? Накапливать силу Его любви. Сила это на Неговата любовь. Аминь или не аминь? Не силу чьей-то ненависти или не просто какой-то ничья омраза. Злобы. Или някаква злоба. Или человеку убийство. Или человеку убийство. Написано про дьявола, что он от начала был человекоубийца. За дьявола пишет, что от самого начала убил человека убийц. Он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Той дошел, за да открадне, да убий, да погуби. Это его сущность. Това е неговата същност. Поэтому люди, которые пошли по этому пути, за това хората, които са тръгнали по този они път, пошли по пути саморазрушения. Те са на пътя на саморазрушаването. И самоуничтожение. И самоуничтожение. То есть они сами себя уничтожили. И те уничтожават себе си. Значит, человек, который взял оружие, человек, който взел оружие, он от этого же оружия и погибает обычно. Той, ну, обикновено и умира от това оружие. Взял нож с целью убить. Взял ножа с целью да убие. Погиб от ножа. Той загинал от ножа. Я видел. А сам виждал. Десятки таких случаев, десятки ситуаций. Десятки таких случаев. Я бывший спецназовец. Аз съм бивш в спецназ. Специално разделение. Мастер по боевым искусствам. Майстор по боевым искусствам. Бывший тренер. Бивш тренер. И в спецназе меня учили драться с ножом. И в специальном отделении сами учили да се боря с ножом. Я был в реальном бою. Бях в истинском бою. Где я резал человека. Където рязах человека. Это страшное мое прошлое. Твое много страшно минало. До уверования. Преди да повярвам. Я знал таких людей, которые сами познал таких убивали. Хора, които сами са убивали. И погибли от ножа. И те са загинали от ножа. Те, которые взяли огнестрел. Които са взели оръжие. Обычно и погибают от огнестрела. И по същия начин те и умират от оръжие. И так далее. И така нататък. Как мы сохраняем энергию? Как запазваме энергията? Меня будут убивать? Мен ще ме убиват? Да, раньше я сильно возмущался. Преди много возмущавах. А я что, буду его любить, что ли? А аз какво, ще го обичам ли? Он меня ненавидит. Той ме мрази. А я его должен любить. А аз трябва да го обичам. И сегодня я скажу да. И днес ще кажа да. Во имя Иисуса Христа. В името на Иисус Христос. Он меня будет убивать. Той ще ме убива. А я буду ему улыбаться. Аз ще му се усмихвам. И говорить простые слова. И ще му казвам просто думи. Христос любит тебя. Христос те обичам. И это сохранение энергии. И това е запазване на енергията. В этом есть сохранение силы Божьей любви. В това има запазване на силата на Божия любов. И так мы спасаем этот мир. И така спасяваме този Только свят. Так. Само така. Не ненависть на ненависть. Не да отговаряме с омраза на омраза. А Бог против дьявола. А Бог срещу дьявола. Сильнее всегда. Винаги посилен. Любовь против ненависти. Любовта срещу омраза. Нагорная проповедь. И планинската проповедь. Слова Иисуса Христа. Думите на Иисус Христос. Любите ненавидящих вас. Обичайте тези, които ви мразят. Благословляйте проклинающих вас. Благославяйте тези, които ви проклуват. Молите за обижающих вас. Молете се за тези, които ви обиждат. И злословящих вас за имя мое. И тези, които ви злословят за моето име. Давайте откроем следующее место. Ще отворим следващото място. Евангелие от Луки. Евангелието от Лука. Как нам нести это Божье Царство? Вот как да носим Твое Божье Царство? Христос уже говорит, что
Через вас. Христос вече казва, через вас. Через учеников. Через учениците. Ученики приходят в дом. Учениците идват в дома. Ученики приходят в город. В града. Ученики приходят в страну. Идват в държавата. Говорят, мир Божий. И казват, Божий мир. Царствие Божие пришло. Божье царство вече е тук. Царствие Божие достигло вас. Божье царство ви е достигнало. Евангелие от Луки, 17 глава. Евангелие от Лука, 17 глава. С 20 стиха. От 20 стих. На проекторе, да, перевод на болгарский. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие?» Отвечал им, «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот оно там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Царствие Божие внутрь вас есть. Божье царство е сред вас. Ты можешь сказать, что Царство Божие, оно во мне? Дали можешь сказать, что Божье Царство внутри? Если ты веришь в Иисуса Христа. Аку вярваш в Иисус Христос. Если ты живешь по Его заповедям. Аку живеешь по Неговата заповед. Если ты делаешь то, что Он тебе говорит. Аку правишь това, което Той тебе казва. То тогда Царство Божие в тебе, несомненно. Тогава Божье Царство е вътре в теб. Так говорит все Евангелие. Така казва цялото Евангелие. Вы со мной сегодня? С мен ли сте сега днес? Еще, я уже иду к концу. Вече приключвам. Евангелие от Луки, 10 глава. Евангелие от Лука, 10 глава. Нет, более точно, Евангелие от Матфея, 5 глава. Евангелие от Матфея, 5 глава. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 1 стиха. Первый стих. Перед этим я расскажу одну очень интересную историю. Преди това ще ви разкажа една интересна история. Которую я хотел рассказать в прошлый раз. Която исках да сподели миналия път. И сказал вам, что я как-нибудь это расскажу. И ви казах, че друг път ще ви разкажа. Это случилось в городе Бургас. Това се случи в град Бургас. И вы знаете, это было с человеком. Това беше с човек. Который переехал жить в Болгарию. Който се преместил да живее в България. Уже очень давно. Вече много отдавна. Я в Бургасе работаю уже 16 лет. В Бургасе работаю вече 16 години. В таком режиме. В таков режим. Весна, осень. Пролет, есен. Месяцу, полтора, по два месяца. Един месяц и половина, по два месяца работя там. И очень много людей всегда там проходит. И винаги много хора минава там. И вот всегда между ними приходил вот этот человек. Винаги между хората идвал този човек. Он немец. Той е... Немец. Он женат на болгарке. Той се оженил за българка. Которая младше его на 30 лет. Която помлада от него с 30 години. А ему сегодня 87 лет. А той на 87 години днес. Вообще в городе Бургасе происходят чудеса. И в град Бургасе случват чудесата. Потому что уже 5 человек. Защото вече 5 човека. Моих пациентов. Моите пациенти. Они перевалили рубеж 80 лет. Те са над 80 години. То есть, когда я их начал лечить, когато започнах да ги лекувам, им было там 68, те бяха на 68, 72, 72 години, а сейчас им уже за 80 лет, а те сега са над 80 годишни. И они в очень хорошем здравии. И слава в добро здраве. И всю славу я воздаю нашему Господу Иисусу Христу. И цялата слава воздавам на нашия Господ Иисус Христос. И вот приходит Фридрих. И идва Фридрих. И он всегда такой бодренький. Той винаги бодр. Он бывший спортсмен. Той е бивш спортист. Вот, и он такой всегда оптимистичный. Винаги оптимистичен. Я уже там, хотя никогда немецкий не учил. Мы знали. Никогда не сам учил немецкий. В нашем городе слова немецкие. Но не знам някои думи. С детства. От детството. Ну, типа хендехох. Хендехох. И Гитлер капут. И Гитлер капут. Ну, тут я выучил слова «Гутен так», Фридрих. Аз тука научих «Добр ден». «Гутен морген». «Добро утро». «Вас издас». Какво е това? И начинаю вот так по-немецки там разговаривать. Там, и започвам да говоря по-немски. Вот. Потом переходим на болгарский. После преминаваме на болгарски. Он уже хорошо говорит на болгарском. Та вече добре говори на болгарски.
И потом он уходит, а пациентка, которая следующая. То есть другого и следующая пациентка. Он говорит, Фридрих, его жена это наши семейные приятели. И те оказывается, что Фридрих и супруга тому становятся семейные приятели. Вы знаете, как он нас насмешил это зимой, зимой и, этого года, ну и, в январе месяце. И знаете ли, как той не забавлявал тази зима? После рождественских праздников. След коледни праздници. Он приходит к нам домой. Идва в кышке при нас. А у него в последнее время, ну, где-то вот так вот тоже, где-то раз в год. То и вот, знаешь, гудишь, ну. Какие-то кожные такие вот начались, такие выступы на коже. То и у него некие проблемы с кожей, да. Потом ему обследуют. А, появляются некие кожные проблемы, обследуют. Ставят диагноз рак кожи. Поставят диагноз рак на коже. Срочно делают операцию. А, много успешно правят операция. Вот он восстанавливается быстро. То есть восстановлял. И потом через год обычно тоже что-то на коже, ну, какие-то папилломы. И след на гудина пак, слизанное что на коже там. Или, опять же, какие-то вот такие вот более серьезные проблемы. А тут он приходит к нам домой в гости. И тут кто едва в кышке на гости. И у него кожа вся такая аж лоснится. Что это? Лоснится. А, который... и кожа тому блести. Блести, да. И он весь такой, щечки такие румяненькие, а ему уже по 90. Бузики сочервение, а то и почти на 90. И он такой бодренький, много такой бодр. Весь сияет. То и просто сияет. И мы у него спрашиваем, Фридрих, ты что сделал с собой? И питаем, Фридрих, как вы себя направил со себе си? Руки блестят. Рецепты блестят. Лицо блестит. Лицето блестим. И он говорит, ну, поделился секретом. И то есть подели на тайну. Сегодня, ну, не подумайте, что я делаю рекламу. Не помислите, не мислите, что правя рекламу. Ну, так получается. Ну, такая все получала. Это, говорит, балистол. Балистол. То и казва твоя... Оружейная смазка. А-а-а. Балистол, если переводить с латинского языка даже. Баллистика и ойл. Угу. Баллистическое масло. Твое масло за оружие. Когда-то один немецкий ученый Някога один немский ученый в 1893 году открыл одно масло. И намерил одно масло. На растительной основе. На растительной основе. Которые смазывали пушки. И това масло его использовали за оружие. И эта смазка, она использовалась во время Первой войны. И тя се использовала по времени Первой световной войны. Смазывали пушки для консервации. И това масло са использовали за консервация когда на оружие. Когда пушками не пользовались, просто обильно смазывали этим маслом, чтобы когда лучше сохранялось. Когда оружие не го используют, и используют това масло, то да се сохрани в добро состояние. И оружие смазывалось. И това оружие се слагало масло. Но потом к концу Первой мировой... Но в крае на Первой световной войны... Один солдат вычислил. Един войник е разбрал. Что если это масло помазать на рану? Че, ако това масло го сложишь вверху раната... То это... Рана уникальным образом заживает. По некаков уникален начин тази рана заздравява. Это масло, оно очень мощно себя показало во время Второй мировой войны. И това масло много показывало свой эффект во время Второй световной войны. Солдаты очень активно использовали это масло. Войниците много активно его использовали. Как для оружия. Как то и за оружие. Так и для себя. Как то и за себе си. И с тех пор она очень хорошо продается и в аптеках. И то, он от онези времена много добре се продава в аптеките. И в оружейных магазинах. И в магазине за оружие. Меня эта информация настолько насмешила. Тази информация толкова ме забави. Ну, думаю, это старая пушка смазывает себя маслом. Аз толкова се развеселих, че как старое оружие, то и слага масло. Вот. И оно ему очень хорошо помогает. И това масло много добре ему помогает. То есть оно его с тех пор очень хорошо защищает от каких-то кожных таких заболеваний. И това масло его защитало от различных кожных заболеваний. Выяснилось, что это масло лечит экзему, нейродермиты, псориаз. Если указывается, что это масло и лекува экземи, псориазис. Потому что оно на травяной основе. За что-то и на белковой основе. Потому что Писание говорит. За что-то Писание указывает. Что Бог создал каждую траву. Чи Бог создал всякую траву. И повелел нам это в пищу. И то и не казывает да едем того. Я обычно, как врач объясняю. Как то лекарь, обыкновенно объясняю. Когда слишком духовные люди. Куда-то ходят со много духовни. Говорят, да мы в церковь пойдем, за нас пастырь помолится. И казывает, что уйдите на церковь, и пастора, что если помоли за нас. И все пройдет. И всичко уште мине. А травы пить не обязательно. А белки не нужно да ги пие. Я говорю, не пренебрегайте милости Божией. Я сказываю, не пренебрегайте Божией, это милость. Потому что Бог, который создал все сверхъестественное. За что-то Бог,
който е създал всичко свърхъестествено. Он же создал и все естественное. Той е създал всичко естествено. И Библия с этого начинается. И Библията започва с това. Про травы. За билки. Что будет оно вам в пищу. Това ще ви бъде за храна. И Библия этим заканчивается. И Библията завършва с това. Это место я уже сегодня процитировал. Вече цитирах това място. В 22 главе. В 22 глава. Книги Откровения. В книгата Откровения. Там на небесах. Там на небесах. Мы будем вкушать. Ще ядем. Листья для исцеления всех наций и народов. Листа за исцеляване на всички нации и народи. Там на небесах. Там на небесах. Мы будем есть травы. Ще ядем билки. Зели. Ще ядем листья. Трева, листа. А здесь на земле не хотим. А тук на земята не искаме. Потому что стали слишком супердуховными. Защото станахме много духовни. Но Библия к этому не призывает. Но Библия не призывала к этому. И этому не учит. И не учит. И вы знаете, я говорю, интересно, а где это масло можно купить? Интересно, где это масло можем да го купим? Раз оно обладает такими исцеляющими свойствами. Ако има такива исцеляващи свойства. И мне говорят, в любом оружейном магазине. И то я казва в всякакъв магазин за оръжие. Я прихожу, приезжаю в Варни. Аз пристигам в Варна. В аптеку. В аптека. Ой, не в аптеку, в оружейный магазин. В магазин за оръжие. Захожу. Влизам. Говорю, я доктор. Аз съм лекар. Да, ну и что? Я хочу у вас купить оружейную смазку. Искам да купя масло за оръжие. Они говорят, зачем вам? За какого ви трябва? Я говорю, ну вот я слышал, что валистол хорошо помогает. Аз чух, че много добре помага. Ну, он показал два вида. Один большой флакончик, так прыскать. Той показал два вида. Един с прыска. А другой флакончик, ну, такое там, масло. А друг, это като масло. Я говорю, я покупаю у вас все. Аз казвам, купувам всичко. Хочу и это. Ну, у нас, говорит, вот только осталось по два тюбика. И той казал, останаха само по две бройки. Я говорю, я все хочу купить. Ты купя всичко. Я жадный такой. Аз много жаден съм. Почему-то такому, ну, для меня сверхъестественному. Това нещо сверхъестествено за мен. Я тоже захотел стать пушкой. Също поисках да стана така. Вот, я купил все это. И сажусь в такси. Купив всичко, седам в таксито. Что-то с машиной тогда случилось, не помню. Защото имахме проблем с колата тогава. Да, и сажусь в такси, женщина, таксистка. Седам в такси, има шофер жена. Я почему-то так обрадовался. Аз толкова се зарадвах по някаква причина. Мне так приятно видеть женщину-водителя. Приятно ми да виждам жена, която шофира. Потому что я в Китае видел очень много, там, говорю, водители, таксисты, в основном только женщины. Защото в Китае съм виждал, че шофират таксита само жени основно. И они водят более аккуратно. И те карат по-внимателно. Медленно. По-бавно. Не торопятся. Не бързат. Не как мужчины. Не както мъже. Она заулыбалась. Часа усмихна. Ну, там что-то такое сказала. Нечто каза. Там очень приятно. Много приятно. Говорит. И мне вдруг захотелось. А я в оружейном магазине был. Аз бях в магазин за оръжие. Масло купил. Купих масло. Балистол называется. Балистол се нарича. Говорит, а зачем вам? И тебе питат, за какво ви трябва? Я говорю, это масло выяснилось, что лечит очень хорошо кожные заболевания. Оказывается, что это масло лекува много добре кожные заболевания. И вдруг она ко мне, я сидел сзади, она спереди. Тя сидишь отпред, а отзад. И она вот так рукав оттягивает и поворачивается ко мне. Показывает руката си. И показывает свою руку. И показывает свою рука. А у нее там псориазис на руке. А тя има псориазис. Знаете, и у меня такое побуждение, говорю, а хотите я вам вот на вас это масло попробую? Искатря да упитам това масло върху вас. Я вас помажу. Что я сложу това масло на ръката. А вы потом, если вам понравится, потом поедете вот в этот же оружейный, где вы мне забрали. А яко ви хареса, после в този магазин на оружие ще отидете. И купите себе такое масло. И ще си купите такого масло. Она говорит, да, я хочу. И тебе каза, да, искам. Я ее мажу этим, я ее уже называю елеем. Слагам това масло, вече го наричам елей. Я уже про себя молюсь. Вече и се моля. Там говорю, а хотите я за вас помолюсь? И после казвам, искате ли да се помоля за вас? На еврейском языке. На еврейский язык. Вот с немецким маслом. На еврейском языке. На еврейский язык. На иврите. Очень хорошее сочетание. Много добро сочетание. Германское масло на еврейском языке. Ну, только так. И смоля на иврит. Хорошо. Тебя казва добре. Я возлагаю руки и начинаю за ним молиться. Слагам ръката си и започвам да се моля. Я не знаю, что с ней произошло. Не знаем, какво се случило с ней. Ну, эти по-болгарски плаки, по-русски я уже начинаю забывать. Нет, плаки – это вот эти псориатические бляшки, да, вот вспомнил. Псориатичные плаки на болгарский язык. Они не отпали сразу. Те не стали отпаднали веднага.
Но у нее глаза просто засияли. Ну, учитывая и започала до блестят. Она меня везла куда-то там. Тя ми караше. Потом довезла. Тя ми закара. Не хотела отпускать, мы подъехали к церкви, она до церкви меня довезла. Не достигнах моя церква. Она читает эту таблицу, говорит, тя, читай, че, все, церква, все понятно. И такая, о, разберем сечку. А хотите, я вам вас там угощу? Знаете, у меня такое было чувство, что она готова для меня тогда было все отдать. И мог чувствовать, что я в фонзе моменты была готова. Ну я вот хочу сегодня сказать, но это же не я. Но иском докажешь, что не сын масс. Мы к церкви подъехали. Дойдох мы в церковь. Это Иисус Христос. Твой Иисус Христос. Но она выбежала из машины. Тя излезла от куда-то. Открыла задний багажник. И утвори багажника. Вот, знаете, это вот библейское. Почему я говорю библейское? Давай потому библейское. Что когда вы кого-то исцеляете, за что-то куда-то исцеляваете някую. Человеку хочется для вас, ну, самое что-то дорогое. Человек иска да видит день, что скопо за него. Вот тот турок в Стамбуле, который получил освобождение. Турчин был из Стамбула, который получил исцеление. Он побежал и принес большую такую банку оливкового масла. Той донесел одна... И сирени, да, той какой-то тоже в банке такой. Сирени. И он что-то долго зефтин. Говорил, что это очень особенное масло и особенное сирень. Там много долгое время казалось, что потом особенное. С Наташей долго кушали и это. И после с Натальей много долго я и все это вот турка мы благословляли. И представил твоим время благословлях мы тоже потому что турчин. Это было очень вкусно, реально. За что-то бы еще много вкусно, наистина. А тут женщина что-то, какую-то коробку достала. Там... Та же жена извадила одна кутия. Там какие-то вот полная коробка шоколадных конфет. Это шоколадные бомбони. Главное, с березки. От березка магазин. Русские конфеты. Русские бомбони. И украинские. И украинские. Вместе. Заедно. Говорит, берите хоть все берите. Взимайте, дури всичку можно взимать. Ну, я вот так экраном, так пригоршня вот так зацепил. Сколько смог. Колку-то мужах. В карман засунул. Сложих в свой джоб. Пусть Бог вас обильно благословит. И сказал, Бог, да я благословил билну. И вы знаете, вот бывают такие моменты, я их много раз переживал. Случилось такие моменты, много честно симки переживал. Я бы назвал это какой-то такой волной Святого Духа. Бих генерекал волнита на Святой Дух. Придут и ваши жизни, в чьи-то жизни уже приходили. В вашей животе, может быть, в някую животе вече соидвали. Такие волны. Такие волны. Волны мощных благословений. Волните на мощное благословение. Мощного присутствия. На мощное присутствие. Когда в один момент определенный. Куда-то в один определенный момент. Бог начинает притягивать к вам людей. Бог започва да придрыпва хората към вас. И начинает вас так обильно благословлять. И започва толкова силно да ви благославя. Что люди через вас начинают сами получать. Хората через вас започват сами да получават. Исцеление. Исцеляние. Освобождение. Освобождение. Благословение. Благословение. Люди не хотят вас отпускать. И хората не искат да ви люди пускат. Хотят вас накормить. Хората искат да ви нахранят. Я назвал это территория Божьего Царства. И аз това го нарекох територията на Божието Царство. Слышите меня? Чувате ли ме? Мы расширяем. Расширяваме. Территорию Божьего Царства. Территория это на Божьего Царства. Мы ответственны за это. Не смею отговорни за това. Мы ответственны за то, что приносить атмосферу. Не смею отговорни да донасим и тази атмосфера. Божьей любви. На Божье это любовь. Божьего приятия. На Божье приемане. Бог покрывает людей. Бог покрива хората. Через нас. Через нас. Своей благодатью. Через свой это благодать. Я прочту сегодня и что это место. Твое место днес? Это знаменитое. Планинская-то проповедь. Много да. Известна Планинская проповедь. Нагорная проповедь Иисуса Христа. Пятая глава с первого стиха. Матей, и потом, пятая глава от первого стиха. Ой, какие вехи, просто подчеркну. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Быть миротворцем – это значит быть Божьим сыном. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Смотрите, еще раз повторяется. Так, повторяю. Что их есть Царство Небесное. Читяхнутое небесное царство. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, всячески неправедно засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Мы соль земли. Скажи, я соль земли. Скажи, я сам солта на земле. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не,
ни к чему не годны. Как разве выбросить ее вон на обопрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться гора, город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Но истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. И заключение. Итак, кто нарушит одну из заповедей? Это были заповеди. Это были заповеди. Особенно заповеди. По-болгарски заповедь – это приказ. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. То есть Бог не выкинет из Небесного Царства человека, который научит неправильно. Бог няма да изхвърли човек от Небесного Царства, който научен неправилно. Но этот человек малейшим наречется в Царстве Небесном. Но той, что будет наималка в Божьем. А кто царство? Сотворит? Смотрите, сотворит написано. То есть это надо исполнить в своей жизни. Треба да го исполните в своей жизни. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Что мы делаем? Как вы правим? Мы сами показываем пример. Сами показываем пример. Мы сами получаем исцеление. Сами получаем исцеление. Сами получаем освобождение. Сами получаем освобождение. Божьей благодатью. На Божьей это благодать. Кровью Христовой. Через Христова-то кров. Кровь Христа сегодня имеет колоссальную власть. И кровь то на Христос има много сил на власть сега. И сегодня бесы, они повинуются голосу Иисуса Христа. Бесовите се подчиняват на гласа на Иисус Христос. Когда мы это практикуем. Когато го практикуваме. Знаете, поделюсь сегодня еще тоже одно очень практической такой истины. Ще споделя още една практическая истина. Я очень много молюсь за исцеление. Много се моля за исцеление, да? Моя супруга свидетель, ассистент свидетель. Моя супруга и свидетель, ассистентите ми Оксана свидетель. Много молюсь на еврейском языке. Много се моля на иврит. Знаменитая молитва из книги Чисел, 6 глава. Известная молитва от книгата числа. 6 глава, с 24 по 26 стихи. От 24 до 26 стих. Ее называют молитвой Аарона. Молитва-то на Аарон. Или молитвой благословения. Молитва-то на благословение. И знаю все места про исцеление. И знам всички те места за исцеление. Я их наизусть вот так цитирую. Наизусть ги цитирам. Когда возлагаю руки. Когато возлагам ръце. Когда мажу елеем. Когато слагам елей. Ну вот этот такой, знаете, вот тонкий момент. И много тънък момент. Я думаю, для вас он будет полезным. Может быть, за вас это будет полезен. Когда ты начинаешь молиться первый раз за исцеление. Когда започваешь за первый раз, да се молишь за исцеление. Дьявол будет сильно атаковать. Дьявол много сильно что атакува. Сомнение. Со сомнением. И колебания. И колебания это. Да что там молиться? Какво да се моля? А вдруг исцеление не произойдет? А какое исцеление няма да се случи? Я сейчас опозорюсь. И сега просто ще бъда посрамен. Какие-то слова произнес. Някакви думи съм казал. И мы ждем, что человек сразу исцелится. И чакаме человек веднага да се исцели. Вот такие сомнения, колебания. И такива сомнения има в главата. Вы знаете, отбросьте это. Отхвърлете го. Я скажу так, что чем больше человек практикует исцеление, сколько-то больше человек практикует исцеление, тем больше уверенности приходит, толкова повече идва уверенность. Потом вера приходит, идва и вера след и потом исцеление начинает и происходить. Исцеление, да. Все больше, больше и больше. И все повече и повече. Ну даже если первые разы исцеление не произойдет, а кудори първите пъти няма исцеление, скажите так себе. Кажете на себе си така. Я всего лишь исполнил Божье слово. А сам исполнил Божье слово. Я всего лишь исполнил свою часть. Исполнил свою эту часть. Бог сказал мне возложить руки. Бог мне каза да возлагам ръце. Я это сделал. Я сгу направих. Бог сказал мне помазать елеем. Бог мне каза да сложа елеем. Я это сделал. Я сгу направих. Бог сказал мне помолиться вот такой молитвой. Бог мне каза да се помоля со такава молитва. Во имя Иисуса Христа. Во имя то на Иисус Христос. Применить кровь Иисуса Христа. Да се приложи кровь на Иисус я Христос. Я это сделал. И я сгу направих. Все остальное. И всичко то останало. Как болгары говорят, Божья работа. Там понататок Божья работа. А, там уже Божья работа. Там дальше уже Бог будет работать. И напред вече Бог ще работи. А Бог всегда верен. А Бог винаги верен. И Он не обманывает. Той не лыжи. Конечно, Бог кого-то может не исцелить по Его неверию. Но может уже... би, някой няма да бъде исцелен по Неговото неверие. По Его неверию. По неверието на самия човек. И это уже будет Его ответственность. И това вече ще бъде... Отговорность на този человек, за когото се молят. Того, кто не верит. На този, който не вярва. И того, кто не захотел. И този, който не е поискал.
Я обычно таким людям говорю. Обыкновенно такого хора казвам. Вы сейчас не верите. Вие сега не вярвате. И даже Бог вам не может помочь. И дури Бог не может да ви помогне. Потому что Бог не насильник. За что-то Бог не насилва. Бог уважает суверенитет, суверенную волю человека. То уважава суверенната воля на человека. Он не будет бегать за тобой. Няма да те гони. И на силу заливать в твое сердце. Няма да бяга след теб и на силу да слага в твое сердце. Свою исцеляющую благодать. Своето исцеляваща благодать. Открой ему свое сердце. Отвори своето сердце. Давайте мы сегодня помолимся. И нека да се помолим. Этой короткой молитвой. С краткой молитвой. Боже. Боже. Повторяйте за мной, можно шепотом. Повторяйте след мен. Используй меня. Используй меня. Как свой сосуд. Като своя сыт. Благопотребный владыки. На благопотребен владыка. Проходи через меня. Преминавай през мен. Силой своей безграничной любви. Со силата на своята безкрайна любов. Своим исцеляющим елеем. Со своя исцеляващ елей. Своим освобождающим духом. Со своя освобождаващ дух. Исцели через меня. Исцели через мен. Исцеляй и меня. Исцелявай и мен. Освобождай через меня. Освобождавай через мен. Воскрешай через меня. Воскресявай через мен. И спасай через меня. И спасявай через мен. Потому что я хочу. За что-то вас искам. Исполнить все заповеди. Да исполни всички те заповеди. Моего Господа Иисус Христа. На мой Господь Иисус Христос. И прославит Твое святое имя. И да прославит Твое святое имя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Будьте благословены, братья и сестры. Будьте благословены, братья и сестры. Аминь. Аминь. Слава Богу. Я сейчас вспомнила одно свидетельство. Я скидывала в чат, помните, как пасторская семья молилась за воскрешение своего сына? Кто смотрел это свидетельство? Посмотрите, пожалуйста. Я в чат кидала, я могу еще раз кинуть. И когда им в 3 часа ночи позвонили и сказали, ваш сын умер, и приезжайте в больницу, и муж говорит жене, вставай, поехали молиться за воскрешение. Она говорит, я подумала, что нам позвонили, сын позвонил с больницы и сказал, поедем молиться за кого-то, за воскрешение. И он говорит, они говорят, потом свидетельствуют, знаете, мы, когда говорим, мы будем молиться за воскрешение, мы готовы, но мы не готовы молиться за воскрешение своих близких. Понимаете, да, о чем я? Ну, христианство – это не просто мы пришли, послушали, ушли, разошлись по домам на неделю. Христианство – это мы вышли, и мы неделю встречаемся с людьми, которым мы служим, молимся, свидетельствуем, благовествуем, являем атмосферу Царства Божьего. Если мы это не делаем, то это не христианство. Знаете, это один епископ сказал, у него была церковь на 3000 человек. И он говорит, я проводил служение, да, кто слышал его свидетельство, а вечером уезжал в поле и кричал, Господи, это все христианство, я хочу, чтобы я пришел в воскресенье, в церкви не было никого на служение, чтобы они все пошли на миссию. Пусть эта неделя следующая станет для нас миссионерской служение, миссионерской, да, там, где мы, там, где Бог поставил нас. Давайте будем выходить из домов и являть людям Иисуса Христа. Согласны? Аминь. Как мне понравилось, Бог дал такое пророчество одному брату, да, он сказал, у тебя уже мышцы окрепли, ты натренировался, давай уже все, иди, служи, уже готов. Да, слава Богу. Знаете, давайте мы сейчас помолимся за финансы сначала, а потом мы хотели, тоже не расходитесь, у нас еще будет продолжение. Я хочу тоже засвидетельствовать, вот помимо того, что мужу конфеты, да, благословляли, у нас есть один, ну, я так скажу, уже болгарин, друг, он из Софии, он был нашим клиентом, стал нашим другом. И он сказал, привозите машину, машину надо уже все ремонтировать, вы вообще машиной не занимаетесь, но у нас, правда, нет времени. И мы перед Пловдивом заехали в Софию с ночевой. Вы знаете, он полдня в четверг нам ремонтировал машину, полдня в пятницу.
И когда мы спросили, сколько мы тебе должны, он говорит, вы ничего мне не должны. Где надо ставить деньги, ему сует, он говорит, я сказал, вы ничего мне не должны. Вот, ну, реально, вот мы в этом видим Божию славу. Не то, что нам нечем заплатить за машину, но мы видим в этом благоволение Бога к нам. Вот, ну, вот через такие вот действия. Ну, я не могу сказать, что неверующий, да, потому что мы с ним общаемся, молимся. Ну, я верю, что вот, ну, это по побуждению Духа Святого он делает. Приятно очень. Поэтому такое тоже свидетельство, наверное, перед тем, как молиться за финансы. Давайте мы помолимся, да, принесем Господу наши десятины, пожертвования. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы эту неделю могли...